В зале, как и обычно, на концертах этого коллектива свободных мест мало. У десногорского зрителя он пользуется популярностью. В этот раз на суд творческий коллектив представил отчетную концертную программу «Здравствуй, песня», в которую вошли 19 сольных номеров. Это наш отчетный концерт. Традиционно он проходит у нас осенью, в октябре или в ноябре. Но в этом году еще совпало у нас с юбилеем нашей атомной станции. Поэтому у нас в рамках юбилея атомной станции прошел этот концерт. А выступали мои дети. Старшая и младшая группа. Коллектив «Шанс» – это большая дружная семья, в которой вокалом занимаются как взрослые, так и дети. Две детских группы, старшая и средняя, насчитывают 25 воспитанников. А взрослые – это в основном работники Смоленской атомной электростанции – 8 человек. Каждый концерт этого коллектива – яркий, незабываемый праздник для наших горожан.